Совхоз имени 60-летия СССР – один из лучших в Российской Федерации. Основа хозяйства – комплекс откорма молодняка и молочная ферма. Этот совхоз является поставщиком молока и мяса. Мы спросили директора совхоза Альберта Евстигнеевича Малкова, что дает совхозу участие в агропромышленном комбинате. Присутствие нашего совхоза в агрокомбинате Вологда, оно нам в первую очередь дало право выхода за рубеж. Вот мы сейчас за поставляемую мясокомбинату шкуры крупнорогатого скота купили югославскую пекарню фирмы «Гастол». Совхозная пекарня – это настоящий мини-завод. Умение мастеров, современная технология, высокая механизация труда приносят хорошие результаты. Свежий, румяный, вкусный хлеб нравится не только селянам, но и горожанам. Мы поинтересовались и планами совхоза на будущее. Благодаря им сейчас мы вот к нам заканчиваем строительство 120-квартирного жилого дома. Приступаем к реконструкции животноводческого комплекса откормочного на 10 тысяч голов. Thank you.